Гостями торжественной церемонии вручения грантов правительства Республики Татарстан стали Айрат Хайрулин, министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан, Дмитрий Таюрский, проректор по научной деятельности КФУ, и Александр Борисов, директор технопарка в сфере высоких технологий IT-парк. Для приветствия слово предоставили Айрату Хайрулину. Я рад вас приветствовать и видеть взгляд людей амбициозных, видеть взгляд студентов, которые входят в большое число интеллектуальной элиты Республики Татарстан, и с чем я вас с этим и поздравляю. ИТИ стремительно растет и развивается. Проходной балл в институте 273 на бюджетную форму обучения и 263 балла на грантовую. Айрат Хайрулин вручил награды лучшим студентам первого курса ИТИС по направлению подготовки программной инженерии. Планировал на бюджет, конечно, поступить, но так вышло, что чуть-чуть не хватило, и в итоге поступил на грант. Но я доволен все равно. Сдала ЕГЭ на 268 баллов и получаю грант сейчас. Об этом гранте я узнал уже после подачи документов на бюджет и после того, как я обнаружил, что баллов, в общем-то, немножко не хватает, я решил перевестись на грант. Поздравил своих новых студентов и директор ИТИС Михаил Абрамский в онлайн-формате из Дубая, где делегация Казанского университета представляет Республику Татарстан на выставке «Экспо-2020». Уважаемые студенты, которые получают гранты, большие молодцы. И хочется сказать, что это не первое, точнее, это, может быть, не первое, но это не последняя ваша победа, потому что вам нужно будет еще каждый год грант подтверждать. Напомним, с 2011 года Министерство цифрового развития Республики Татарстан выделяет гранты на обучение студентов ИТИС. Грантовая система нацелена на поддержку талантливых студентов IT-профиля, удержание лучших IT-кадров в республике, а также на развитие IT-отрасли региона в целом. У нас есть 100 бюджетных мест и 30 грантов для студентов первого курса. И вот лучшие ребята, которые не смогли поступить на бюджет, но по рейтингу они были самые высокие, вот они получают такие награды в виде денежных средств на обучение. Это целевые деньги, которые приходят в университет на оплату обучения. Поздравляем победителей и желаем новых побед. Энджи Минибаева, Фарид Захитоглы, Универньюз.